Там жесть, блин. Там, я посчитал, очень дорого выходит, честно. Дорого выходит. Какой не сделаешь, блядь. А так я брал у пацана, блядь, играл. Вот все говорят, зовем, и нет, опять, наверное, это не знает, как пишется. Я брал, играл, ну как сказать. Она, знаешь, что мне единственная разница заметила? Она помедленнее как-то там, вот и все. Больше разницы-то не заметил. Читеров там нет. Плавнее она, плавнее, да, и читаков нет. Ну, честно сказать, что я и Фифе вот в про, допустим, читаков сильно мне не встречается. Про нету, блядь. Ну вот в драфт походишь, пизду схуеваешь, блядь. Ну да, ну вот в РЛПК мы когда играем, вот сказать, что читаки встречаются, да нет. В сезонах... РЛПК нет, я не спорю с тобой. Тоже. Меня драфт напрягает сильно в этом году, блядь. Не, ну... Читак на читаке, ну, да. Меня вот эти режимы... Вот, вот ты когда пойдешь, посмотришь на рынок монет и увидишь, что там на ПК монеты там чуть ли не в 10 раз дешевле, чем на PlayStation. Я тебе так скажу, я в FIFA интересуюсь только про, поэтому меня вот эти читаки ВТ ваши вообще не интересуют. Да. Меня еще ВТ хапарит, блядь, поэтому я... Я ж почему говорю, что... Уевший, пиздец, блядь. Не, гандон на гандоне, не, блядь. Не вижу смысла брать ее на плойку только тебе из-за про. Да. Если бы я гонял в эти УТ-шки и прочее, я уже 2 года как не играю. Все, да-да, ребят, давайте собрались спокойно, как предыдущую. Так же спокойно играть. Защита, да-да-да, обращаю внимание, лучше опуститесь ниже, блин, чем пропустите вот это забегание гребаное, блин. Но и с офсайдом там, с линии, смотрите, вот сейчас, конечно, там либо оба опускаетесь, либо, блин, как-то играйте по себе. Вы главное забивать. По ЛЦЗ играйте, короче. Ну, у них булочка, у них нет ботов, поехали. Игра началась, смотрим. Плотнее сразу. Ну не жмись, Мохито. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Барри. Мохито, работай с игроками. Куда ты? Зачем ты в центр жмешься? Встречай там игроков. Блащиковский. Бля, ребят. Да это мой. Это чисто мой, сори. Да я вообще. Это чисто мой. Там, закрывали все правильно. Делали. Да ну они отодвинули, он, блядь. Да ну я ближак пустил, ну что тут уже какая разница? Они ему не дали пробить нормально, я пустил. Чисто мой. Сейчас будет они все правильно сделали. Лех, давай. Или Лех, или там Рома. Ром. Ой, не успел. Это может быть опасная атака. Отличный удар. Вратарь! Вот это сейв! Не получился навес, мяч выбит первым же игроком соперника. Нет, не дошел что, этот пас. Блядь, пас. Центр. Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Так, сюда встань, Ром, на мое место. Отойди больше в центр, Лех. Да. Ром, попробуй мне пас выдать. Прям сильно нажимай. Не, блядь. Я побоялся. На повторе видно, что положение вне игры действительно было. Давайте один в первом тайме забейте. Выровняем. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Кипер. Слишком сильно. Мяч у вратаря был. Мохито. Бля, больше по позиции. Не рано не беги вперед. Рано не ходи. Пас назад. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Не самый удачный удар, вратарь на месте. Х-
хороший по задумке пас. Бить надо! Блять! Ладно, хорош. Нормально. Блин, блядь, хотел пас уметь. Не, пас не надо было. И решили разыграть. Это все правильно сделал, но он вытащил. И подает штрафну. Блять! Заш, молодец. Давайте, давите, давите, забьем. Счет на табло был бы уже другой. Но гола нет. Смотрим дальше. И разрезающий пас на ход. Хорошая была попытка выскочить к воротам, но не вышло. Спокойно просто играйте. Первый навал прошел. Сейчас нормально будет. Мяч покинул пределы поля. Ожидать там. Проскипали. Проскипали. Don't skip. Кидай в ноги форварду на синего. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Здесь защита справляется, мяч отобран. Высоко у них защита, ребят, надо, блядь, ловить. Дальше, это дальше, дальше. Опасно. Пенальтинка. Ставь, ставь, не имеешь права. Это, безусловно, пенальти, но карточку судья почему-то не показывает. Да, странное дело. Удачи. Удар с 11 метров и гол. Спасибо тебе. После ответного мяча у нас 1-1. Тут может что-то получиться. Здорово сыграно. Сука. Попасть Топулос. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Отлично. Офсайд. Надо было вверх. Касание там не было. Если бы касание не было. Если синему не успел, уже было бомба. Все, ребят. Все. Я видел. Теперь в атаке соперник. Давайте. Просто не повезло. Блять, сука, привязал. Отлично, отлично. Хорош, парни, спокойно. Сильнее играть. Сейчас накидаем, блядь. Они зря так защиту высоко держат. Там, блядь, сейчас будет мешок. Забейте еще один, спасите мой задний проход. Откровенно говоря, не берутся. Нападение сегодня играет просто восхитительно. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Блядь, ты, блядь. Посмотрим за этой атакой. Хорош, Рома. Отобрали мяч у соперника. Че? Теперь можно начинать свою атаку. Держи. Ой, здорово. Да, отлично. Дальний, дальний, Макс. Хорошо. Отлично. Шикарно. Как под копирочку, блядь. Бьем по линии, блядь. Молодец, Махида там здорово, блядь. Подождал, когда этот дернулся на него. Великолепная передача с правого фланга. Да посмотри, как он сыграл. Оказалось бы, Георгий, да, все просто. Увидел партнера, оценил ситуацию, отправил мяч в штрафную. Но как хорошо, Витя. Ну, тут все очень хорошо. Они разыграли. Навес, удар, гол. Отличный удар головой. Этот игрок умеет так пробить. Буатен. Это может быть опасно. Атака остановлена, но кто получит мяч? Спокойно. Шкрте. Отлично. Хорошо увидел. Решает, Макс, один. Впереди. Блин, хорошо, блин. Хорошо. Я все правильно, правильно. Ему помешали, да, я выписал. На меня бы не прошел там так правильно. Ставит корпус, не расстается с мячом. Ниже, ниже. Мяч на боковой линии. Игроком сразу. Очередной аут. Хорош. Нормально. Нормально.
сторожить нужно мечом, а не дать. Право, право, право. Зря, зря. Есть. Прошел, охуеть, блядь. Проходит передача. Забей. Спокойно. Блядь. Давайте, спокойно. Вы чё, блин, не поверили вообще ни во что, блин. Давайте, давайте, сзади. Ниже. Лёх, Лёх, смотри, здесь с этой стороны бежит. Соперник пытается перекрыть свободные зоны, но шанс... Хуя, бля. Я, блядь. Мы провалились все. Тихо, ладно. Блядь, я же взорвал. Центр, хорошо. Что дальше, Лёх? Вниз. По флангу. Так, блядь, 45-я, вы только вперед. Только вставили. Ай, блядь. Ром. Тобой, ага. Дальше. Рома, дальше. Ром. Отлично, блядь. Сука. Ну, чем больше бьете, тем больше шансов, что что-то залетит. Сразу много тренеров появилось. Да, что-то сегодня много разговоров. Видимо, кто-то подвыпил. Шестюр, я бы сказал. Первый день сухой закон сегодня. Ну, что-то мне кажется, там из Иванова попахивает, нет? Чуть-чуть, да? Да, чуть-чуть там. Так что вчера даже не помнит, как играл с нами. Когда-то там жил рядышком. Кстати, вчера неплохо играли. Одни выигрыши, одна ничья только. Здоровья. Так, Лёх, ты до конца матча-то даже... Да давайте, должны нормально продержаться. По такой игре вот так же играйте. Вам таких провалов больше не будет. Сильно обратный момент. И все забудут. Да, ребят, сейчас по это... Позбогойнее. Поаккуратнее, да. Всё-таки три мяча, блядь. Такое преимущество растеряется. Так, Лёх, Пузан, готовься. Давай. Начинается второй тайм на Донбасс-арене. Ой-ой-ой, блядь, опять он лишь сразу побежал перекрывать. Отметить мяч своей команде. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И подача туда в сторону ворот. Да, на вратаря, сука. Ну что с этим долбанным стиком, сука? Ну почему он направо-то не срабатывает периодически? Витя, Витя. Они же Витя, да. Нормально. Спокойно. Неплохой был пас. Привычка. Вообще-то хер его знает, куда было. Надо было Махити надо было уже подниматься. Обратно. Хорош. Нормально, чистейший. Ёпта твою мать. Это такая, Константин. Блять, это простили, это пиздец. Как вот так это? Он его когда снес, сам не поверил, что без нарушений. Не отдает мяч под прессинг. И остановился. Лёг с ним. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отобран мяч, надо возвращаться. Блять, фол. Был фол, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Вратарь, забросом. Просто забросом на ПФД туда, верхом. Все. На всю такую же мою. Ага. Ну, отлично. Хорош. Вымах, давай. Блять. Задел. Я уже наделся голевая. Да, уверенно сыграл. Хорошо. На перехвате и вернул мяч своей команде. Я Ром. Лощаковский. Я вообще Максу давал. Видит Макс. Игрока впереди и отдает пас на Лёх. Посмотрим за этой атакой. Оставляет мяч для навеса. Вот так надо играть в обороне. Это шанс. Ну ёбда, ну как, офсайд. Офсайд, да. Бля, а почему? Витя был за вратарем, что ли, за это? Да. Витя был кипером. Ну что, был офсайд? Заметь, игроку не хватило совсем... А, не, он даже был, он выше Витя был еще. Глаз алмаз. Повезло. Тридцать минут играть осталось. Отскоки. Барри. Вот пол, тут нечего обсуждать, а что насчет карточки? Вышли. Витя.
Блять, Витя, почему ты все время тормозишь такая? Компании. Хорош. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Макс. Шкртел. Да ёб твою мать. Тут защита справляется с потерей мяча. Я в ноги давал. Ты крути. Попас на топ. Много попас, Ром. Я удивился. Давай, Лёх. Бля. Еще бы ее не перехватить. Здесь сверху надо было уже. Думаешь? Я думаю, я думаю, вот этого. А путь маленький был. Через фланг атака пошла. Центр смотри. Да пространство. И, блядь, он не пускает меня. Янич. Хорош, Ром, только что я хороший все, контракт. Погнали, парни, люди. 2-1, блядь. Макс, остановись. А вот сейчас может быть блядь, лучше убил, Макс. Смотрите сзади сейчас. Контру быструю тоже. Хорош. Защита надежно играет, мяч отобран. Ура, сложно было такую позицию найти, что ли. Да нет, там надо было подходить к кипу. Это может быть опасно. Тоже. Никто не трогал. А что? Тихо-тихо, не разворот тут. Да, это было. Да, Лёха, зря. Ну, там... Я, блядь, это нахуй. Думаю, тебе пойдет мяч. Адресат в голову нахуя тебе. После матча ждет. Ну, честно, блядь, я это... Непринуждённый и весёлый разговор побил, с тренером. Побил. Это может быть опасно. Янич. Бить можно и забивать. Да ёб твою мать, а. Ну, тут фиг его знает, у него вариантов было. Я уже боялся с ближака уходить. Вить, давай. Сделал все правильно. Лёх, не надо, Вить. Я знаю. Я отвлекаю. Немного сзади есть игрок. Обой. У него идет навес. Ниже, ниже, ниже. Его мяч. Кому он достанется? Янич. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Что делаете? Попал. Можно и так. И в центр штрафной мяч. Ротарь решил отбить мяч. Только туда бежит ротарь, меня прям ёкает. Меня тоже ёкает, потому что у нас очень часто с этого угла нам именно забивали. На углы вратарский просто, Лёха, что еще? В центр штрафной, выбивает вратарь мяч, подальше из штрафной. Это анимация. 81-я минута. Давай, заброс. Ах, сука. Отобран мяч, догнал, надо возвращаться. Центр быстрее. Ну, запускай. Увидел отрывание, давай. Ой-ой-ой, вот хорош. Это гол. Гол сезон, это не гол сезон, но гол тура точно должен быть. Вратарь как будто пытался угадать, в какую сторону полетит мяч. И штанга. Красоте. Вратарева тоже не выручила. Надо было ее перед свистом погладить или поцеловать. Кто-то говорил, что НХЛ нету на комп. По счетам так сплошной НХЛ. Тут может что-то получиться. 7 штук, блядь. Надо забивать! Хорош. Неплохо. Там куча мальчиков помогло. 400 рикошетов. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей. Да я почему-то вперед и давал. Почему идет атака назад? Флангом, тут есть свободная зона. Хорошо. Ну нахуй пляж. Ставит корпус, не расстается с мячом. Кто-то вышел, не выдержал. Шкртел. Очень здорово открылся. Дальше. И получает эту да передачу. Ебаный рот. Махи, ты ебашь дальний. Не успели. Задром. Я думаю, что три мяча не пустим до конца уже. Ебаный ты судья. Не каркай, блядь. Ёб твою мать. А, бля, я поднялся, сука. Дай. Ясно. А, ЦЗ вышел. По флангу, да, Лёх. Энджел, да, ушёл. Бля, не пошло, Макс, сорян.
Спасибо вам огромное, спасли от Бога. 9 штук за 2 игры, отлично. Если бы мы в этой игре, конечно, проиграли 1-0, это было бы жесть. Такой пустил. Ладно. Ладно, давайте, что там, до завтра получается. Да, 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 завтра. Завтра 2 игры. Так, завтра, Мохито, завтра заявим тебя на Фустарс. Вот, перед игрой, в начале тренировки, там вы должны оба дать заявку. Роберт будет тоже, скажи ему. Семи линий 10. Рул! Есть первый гол у нас! Очень резвое начало с быстрым голом! Ну мы теперь на низкой позиции должны продвинуться. Ну да, немножко должны подняться. Если там еще и Феникс проиграл, да? Ну где-то к четверке мы должны подтянуться. Заходит эта передача адресата, опасно может быть. Удар! Классно забил там Москва. Косашка вот точно. Дык. Да у меня что-то с реализацией один на один что-то хуйня. Ну да, что-то немножко будет. Офисный. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно. Тебе вот не стоило пас, мне, конечно, давать в эту ситуацию. Да хуй одну не играть получено. Ебать всех. Ну. И что это? Гол! Я думал, как раз ты остановишься, этот пролетит вперед тебя, нахуй. Я тебя опаздывал, ты уже ебнешь. Блин, два одинаковых гола подряд, блин. Ну там, конечно, он, блин, протащил, прострелил. Офигенный гол. Увидел открывание впереди, делает передачу. Прекрасный гол! И это его третий гол. Хет-трик он оформляет сегодня. Вратарь как будто пытался угадать. Косашку. Ну, нормально. Что там за сейфт? Хороший по задумке пас. Сейфт один на один. Очень бить надо и сравнивать счет. Да, ногой отбил. Ну, а что ты там, Макс? В принципе, ну, бил в дальний. Он отбил. Вообще. Ничего там такого нету. Никакой ошибки твоей.